Доброе утро, страна! Доброе утро! Что мы делаем? Я дверь ворую. Уйди! Ну, что же это? Что мы делаем? Уйди отсюда! Да бабушки Тай, а зачем? А ну-ка, рядом бабушки Тай, а Лена? На день рождения, да? Да. Так, мальчики мои уже собираются. Мама, приводок. Вот такой вот пряник будем дарить нашей любимой бабуле. С начинкой, с яблочно-сливовой. Вот такой вот букетик я вчера купила для бабушки. Мне он очень нравится. Вообще сочетание желтого и фиолетового для меня просто обалденное. Так, приехали мы в Камышеватку. А что ты не все сняла? Как мы доехали? Довезла я в руках букет. Мы самые первые. Ну, не считая бабушки с девушкой, что они и не уезжали. Гля, орех весь желтенький. А я думаю, что тут за просветление. А папа дерево спилил. Гля, как сразу бах и классно. Я вот это еще забор не так делаю. Ну весь или только вот тот? Вот тот кусочек. Пока будем бабуле дарить пряники, вернее, один большой с начинкой и цветы. А потом посмотрим. Сейчас пойдем, сейчас. Да я что-то хочу тоже понести. Я тоже. И ты тоже. Антошку, кстати, не укачала сегодня. Мы все-таки купили эту драмину, да, которую нам советовали подписчики. Пол таблеточки выпили и все отлично доехали. Расскажи, тебе не было плохо? Антошка даже сам удивился, говорит, мне даже не было плохо сегодня. Хочу сейчас расскажу. Здрасте, Башка Галя. Здравствуйте, мои красавицы. Ух ты, у тебя какой красивый. И красивый. И ты мой ковропузик. Ну, то мамаля сама. Ой, спасибо, и да, это ж сами. Вера сама ж делает. Ну, Вера молодец. Вера закрашивает сама все. Вера молодец. Ой, Боже. Так, сейчас я буду готовить бутербродики и греческий салат. Правда, он будет не с фитаксой, а с сербской брынзой. Не знаю, попробую. Но у меня когда-то был опыт, мне не очень понравилось. Ну, смотря с чем сравнивать, с фитаксой не очень понравилось. Так, бутерброды будут с красной рыбкой, с красной коркой. Башка Галя всегда такой на рынке берет. Она настолько крупная, надеюсь, что в этот раз такая же. И с шпротами. Адоль. Так, я сделала уже бутербродики. Либо. Либо, не надо ее трогать, вытри ручки от полотенца. Так, это со шпротиками. Майонез с чесноком и с укропом намазанный на хлеб, шпроты, да. Огурец и помидор. А либо. И вот, мне так нравится эта досточка морская. Это обычный хлеб с маслом и с рыбкой, и с икрой, и с укропчиком. Туалет, это бабушка туда все ставила. Ничего там нет. Достань мне помидор. Какого он цвета? Оранжевый. Оранжевый? Ну, красный, да? Да, красный. Достань мне перчик. О, это перчик. Какой он перчик? Оранжевый. Зеленый немножко и желтенький, да? Да, оранжевый. Огурчик. Огурчик. Какого цвета? Оранжевый. Зеленого, правильно. А где лимончик? Лимончик. Какого он цвета? Оранжевый. Желтый. Желтый. Расскажи, что тут еще у нас есть? Это что? Во, помидор. Огромный помидор, да? Красный огромный помидор, да? Да. Так, не надо. Вот это что у тебя такое тыкалка? Убери ее. Гриша тут помогает бабушке все раскладывать. Я все делаю. Сам уже фрукты
сам все расставляет. Вот папа сделал, все остальные я. Да? А, там есть? Гришуля, все, которые... Ты должен посчитать, чтобы вот таких вот порционных тарелок должно быть 13. Вот посчитать 13 мест. Все, где могут съесть. Понял? Все лишнее 13, Башка Галя сказала, 13 человек. Посчитать все лишние тарелки, убирать на тот столик, хорошо? Я сделала уже греческий салат. Поставили возле микроволновки. Будем разогревать котлеты и вот такие вот отбивные. Что еще? Сейчас пойдем посмотрим, что там Гриша сделал. Ей нужно обратиться к соответствующему специалисту. Что тут еще грибочки, это буженина, Башка Галя. Все, я накрывал! Да, это остренькие помидорки и маслинки, это утка соленая, всеми любимая, это рыбка в кляре. Это, конечно, псевдорелигиозное движение. Это какая-то химия, я такую терпеть не могу. Мама, что мы говорим? Да? Что мы говорим? Мы прямо ее терпим. Ну, не каждый день. Какой-то аппарат, который будет оказывать ему тяжелые услуги. Сейчас даже современная научная фантастика и авторы, которые работают в жанре так называемые антиутопии, они делают иногда очень положительные пессимистичные прогнозы. Бабушку покрасили, бабушка теперь красивая. Решившего стать... Будут шашлыки сегодня. Будут у свинины, да? Вот так вот сейчас Лешка Леша с Афоней и с Сержиночкой будут все жарить. Что ты говоришь, сынок? А, смотри, как бабушка посадила цветы. Да. Как называются эти цветы, ты знаешь? Да. Как? Какие? Это розы. Розы. Вот это розы, они колятся. Не ходи сильно, тут грязька, сынуль. Тут дождики, наверное, все-таки были. Улитка. Это... А, улитка? Да. Да. А, вот тут вот какой красивый бутончик, да? Да. И вот она, какая розочка будет. А вы комой. Улитку домой? Да. А зачем? А я помогаю. А, будешь с улиткой играть? Да. Ну, пошли туда, только выходи от цветочков, хорошо? Да. Ты помоги, выходи. Да. Перец туда, бабушки. Да, Антоша, покажи, какие солдатиков подарили. Еще тут и база. Мама, ты же как ты хочешь. Еще тут и база такая крутая, да? Прикольно. Ой, сломалась. Танк. Мантоха, короче, доволен. А тебе что? О, а я думаю, что меня понесло? И он все слушал. Тихоня, какая ворона. Романтический мальчик. Антон Сергеевич, боевик. Да. А я боевик. А ты боевик? Ну, ты у нас хозяин. Ты борец. Я боевик. Так, надо, наверное, пытки все сложить хоть в одно место. У нас тут нет. А еще повторить. Я боевик. Вещей. Для вещей надо комнату, да? Гардеробную надо, да? Не говори, это не. Ну, когда баба, то ей не надо, а когда мной. Хорошая люстра, да, Вера? Люстра очень, да. Мир вашему дому! Здравствуйте! Здравствуйте! Именинник. Я. А вот, слушайте, забыла наша. Да это... 80 лет. Юбилярша. Да, дорогая Таисия Тихоновна, мы вас поздравляем. С днем рождения. Вы присядьте, присядьте. Сегодня все для вас должны. Мы прибыли не так уж далеко, но не близко, из Павловской, чтобы вас поздравить. Казачий ансамбль «Очеред», так называется. Очеред у вас много растет? Камыша. Конь. Ага. Да. Вот мы, такое название у нас пока. Камыша. Потому что
знаете такую песню? Шумел камыш, деревья гнулись. Деревья гнулись, а камыш только шумел. И вот мы тоже шумим, хоть мы уже в возрасте казаки, шумим и радуем людей, и не гнемся. Только спасибо, шумим. Спасибо. Ну, это у нас первая песня, кубанская песня народная. Трава моя, трава. Лента голубая, а не же пояса. А лента голубая, а не же пояса. Жаль, жаль, что мне не же пояса. Жаль, жаль, что мне не же пояса. Опа, опа. Сядь туда, да, Гриша. Пойди сядь. Дай воды напыться. Ты такая хороша, дай Господи выся. Ты такая хороша, дай Господи выся. Мы вас не уморили еще? Нет. Да, хорошо. Только разорили. Так, ну давайте, плясовая песня. Гай, гай, зелененький. Залинского Олеча Булатникова. Приятно смотреть. Гай, 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 зелененький. Його полюбила, що ти був один. Очевидно, така, що не в ролі козака. Я тримаю, вбила, щоб дівчина любила. А дівчина горниця, да козака горниця. А козак, як орел, я козак, так і мер. Я наїчку гусенала, потягнула, та й упала. Та тримати мене вбила, щоб я голову не любила. А я горниця не любила, тільки виграта Данила, тільки виграта Єва. Так, ну, маленький перерыв. Под руку бери, хорошо. Ну так не хватит, хватит. Мы зайдем назад. Да, вот так. Вот. Ну, а вы что, давай. Все, теперь антракт. А мы пока покушаем. Гриша пока построит тут все. Тоже прикольное, да, с домом, с вот этим? Не очень. Почему? Потому что входа там нет. Тут крыша влиная. Вроде там было нарисовано, что крыша как-то там... мы ее снимается, подняли один раз, и там одна вот эта, там же закреплялки вот это. Китайчики плохо сделали, да? Она оторвалась. Поэтому лучше ее не поднимать, да? Лучше не поднимать, там на трех они закреплены. Угу. Раз, два, три. И вода была, ой-ой-ой, вот ты что? И козу водила, и козла! Ну это ж миланка. Коза, это ж миланка. Козел тоже к концу посевания. Наш, пожалуйста. Так, ну начнем с известной кубанской песни. Подпевайте тоже. Вареночки! Ой.
нарубає, нарубає, моя чорна бриває, нарубає, милає, нарубає, нарубає, моя чорна бриває. Дай сили нема, мили мій милий, дай сили нема, я лопу за серці помирає. Чорна, 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 чор
слушали нас. Ой, Тихоновне, мы желаем здоровья еще надолго в жизни. Живите, радуйте своих детей, внуков, правнуков. Вы для них авторитет. Мы хотим выразить восхищение вашими детьми, вашим внукам, что они вас настолько уважают, что устроили вам такой праздник. Дай вам Бог еще столько же лет. На 100 лет пригласим. Так, все, будем уже отдыхать. Все постелились. У тебя еще живот болит. Только эту книжку. Очень жаль, что у тебя животик болит. Надо уже ложиться. И у тебя живот болит. Покажи мотоцикл. Какой тут где болит. Мама, Алика болит. Бандит. Какая это машинка? Какой это цвет, Афонь? Зеленый. Зеленый? Да. Нет, это красный.